При народженні лікарі поставили дівчині діагноз невиліковна атрофація зорового нерва. Я знаю прекрасно, что я никогда не смогу увидеть этот свет, вот этот мир собственными глазами. Поэтому, ну, я просто стараюсь об этом не думать, как бы стараюсь просто жить и все. Дівчина не любить, коли її жаліють, адже у її житті є те, що й в усіх звичайних людей: коханий чоловік, дім, робота. Я работаю слесарем механосборочных работ, я собираю розетки. Вот. Живу в общежитии от предприятия. Навчилася Олена і боротися з поганим настроєм. Коли стає сумно, вона співає. Прихожу домой после работы. Бывает, ну, вот так сяду с гитарой, возьму и спою что-нибудь. Вот уже легче становится. Сьогодні Олена прийшла, щоб здійснити свою мрію, бодай раз у житті заспівати на великій сцені. Скажи, чи це була ідея прийти виступити? Моя. Наша, твоя? Ну, как бы моя. Ти так волнуєшся? Ти хочеш мене побачити? Давай, вот как делаете вы ручками? Ну, познакомимся, как ты ручками смотришь? У вас волосы красивые. Все, успокоилась? Спасибо. И ты хорошая девочка моя. Ты будешь петь, да? Да. Только ты должна очень хорошо спеть и совсем не волноваться. Пообещай мне, пожалуйста. Я постараюсь. Идем со мной. Держись. Осторожно, ту ступеньку. И не бойся. На тебя все будут смотреть, тебе все будут хлопать и аплодировать. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, расскажите свою историю. Меня зовут Ковтун Елена, я из Полтавы. Я пришла сюда для того, чтобы спеть. И что сегодня вы нам исполните? Песню Ани Лорак «Я вернусь». Если вы готовы, то мы с радостью вас послушаем. Вы не волнуйтесь? Чуть-чуть есть. Не волнуйтесь, мы вас все поддерживаем. Yeah.
найважливіше ці моменти в нашому шоу, в нашій програмі, коли суддя буде стоячи і зала буде стоячи, буде стоячи талант. Аплодировал вам стоя. Спасибо. Спасибо вам за это очень чувственное исполнение этой песни. И могу сказать, что когда я вас слушала, я понимала, что ваша мечта, по-моему, сбывается. Потому что лично я сразу говорю вам «да». Спасибо вам огромное. Лена, ну я за сколько років программы «Коробка на Майдане» и еще программ, скажу честно, сколько раз чув песню «Я вернусь», що я можу сказати, що це одне з найкращих виконань. Душі в ньому було найбільше, мабуть, від того, що я чув. Спасибо вам. Я також кажу так. Лен, для мене це найкраще вокальне виступлення, яке ми слышали в Харкові. Большое вам спасибо. Я, звісно, говорю «да», у вас три положительних ответа, ви проходите в следующий тур. Спасибо большое, дорогие зрители. Спасибо за такой теплый прием. Спасибо. Отлично просто все, здорово. Спасибо. Ленушкин, ты прошла дальше. Ты будешь петь дальше для людей, Лен. Я так счастлива. Лен.